Лютеций-177 – радиоактивный изотоп, на основе которого производят радиофармацевтические препараты. Они очень эффективны в адресной терапии ряда онкологических заболеваний. Получают изотоп при облучении мишеней в реакторе или на циклотроне. Однако спрос на лютеций-177 растет быстрее, чем темпы его производства. Поэтому российские ученые задумались над выводом новых путей получения изотопа. Они первыми в мире разработали и апробировали получение лютеция-177 фотоядерным методом. Этот способ позволяет быстро и полностью отделить изотоп от примесей других элементов. Достигнутая частота изотопа позволяет использовать его в медицине. Более того, метод позволяет регенерировать и повторно использовать дорогой материал мишени. А также значительно снижает процент примеси изотопа лютеция-177М, вредящего пациентам. Таким образом, новый способ позволит не только ускорить наработку нужного изотопа, но и сделать его чище. А лекарства, производимые на его основе, доступнее. Хороших вам новостей!